записывать файлы. Да дурак, потому что, да? Кто-то из этой серии. Ну, не факт, что легко он, конечно, нам покажет это видео. Как-то не очень любят в последнее время такие вещи делать. Так и есть, кстати. Без особого фанатизма он к открытию ролика, скажем, прямо. Ну вот тут у нас этот голым, собственно, и появился. То есть, причем гол Эспаньола появился и гол Шреглера. Очень кстати, особенно гол Шреглера. Пробьет все-таки штрафной, не пенальти. Лучше у всех раз. Интересно, тогда, что в современном футболе, майки, трусы, гетры должны быть одинаковые, а лучше какие хочешь. Удар 1-0, не пенальти, но штрафной, и с этого штрафного Хоффенхайм открывает счет. Первым Шведлер забивает свой первый гол в нынешнем сезоне. И Хоффенхайм выходит вперед. Циллер недоволен стенкой. Вообще удар был в его угол. В тот угол, за который должен был отвечать вратарь. И тут, посмотрите, тут разбежались просто игроки Хоффенхайма, которые пытались закрыть обзор голкиперу. Ну, может быть, не совсем удачно там подпрыгивал крайний стенки игрок. Это был Хасселу. Но на самом деле, скорее, здесь больше вины вратаря. Начал он из этого угла смещаться, пытаясь за двумя зайцами погнаться, но заяц на самом деле один, и он прибежал вот в тот самый угол, который Рон Роберт Циллер покинул за полсекунды до этого.